Так, друзья, всем привет. Так, небольшой очередной эфир. Отдаем такую работу заказчику. Это у нас Алексей из Вологды. Вологда, привет. Вот уже сегодня, сейчас он уезжает у нас на оформление документов. Сделали мы удлинение газели плюс фургон 4.20 на 2.10 на 2.20 высотой. Вот. Так, сразу, наверное, к тебе. Давай, что, с Вологды приехал к нам? Да, с Вологды. Почему с Вологды прям? Цена. Цена? Да. Быстро все, качественно. Очень нравится. У нас с тобой счет получился, какой ценник? 101 500. 101 500? Ну, короче, 100 000. Ну, так-то самому нормально, нравится. Так, ну ладно, покажу, что по комплектации мы здесь сделали. То есть у нас здесь горячкатный подрамник, 60 на 40 поперечины, 40 на 40 поперечины, 60 на 40 основания, косынки усиления. Это у нас везде косынки усиления. Вот, все покрашено, прогрунтовано, покрашено в два этапа. Все как надо. Так, Лев, покажешь фургон? Вот наклеечки наши. Вот, да, и на воротах у нас еще ламинированная фанера тут получилась бонусом. Та-дам! Все, стоите все усиления. Фанера 15-я, влагостойкая, ФСВшка. 4 кольца в пол. Наш отбойничек фирменный. Вот так вот мы портал обрамили здесь. Отбойнички резиновые. Ну, в общем, как-то так. Да, кстати, вот цепочки для задержания, для фиксации ворот. Вот сейчас человек уезжает на документы, а потом домой. Лёх, ну это... Так-то вообще, ну все, ты просто заказал, приехал, все. Все, да, все четко. Заказал, приехал, жил, снял самого единственного. У нас сейчас наплыв туристов, пришлось, как бы, наверное, в дорогом жилье жить. Да. Долго искали, часа два на три, звонили всех. В итоге с кем? С этой, с Татьяной? Нет, не с ней тоже, да? Нас. Понятно. Ну что, так-то, Вологде будешь нас рекомендовать? Да, конечно. Ну все, Вологду встречай своих. Леха скоро возвращается уже с новой газелью. Все, до свидания. Все, всем пока, удачи на дорогах.